Буня, привет. Оля, привет. 14 марта, и мы на море. Клево здесь. Приехали, наконец-то. И вышли погулять с собакой. Там вдали горы. Кавказ. Ну, а мы пока развлекаем собачку здесь. Летит родименький. В этом видео мы расскажем о нюансах путешествия с питомцем. Как купить билет на самолет, какие документы и справки нужно подготовить для перелета, правила перевозки животных в салоне самолета, а также как выбрать жилье, куда можно и нельзя пойти с собакой, и в целом о наших впечатлениях об отдыхе в Сочи с питомцем. И прямо в горы улетает. Так что не переключайтесь, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Собачки в Москве то мне и говорят прямо. Прежде чем покупать билет своей собаке на самолет, обязательно позвоните в авиакомпанию и уточните, есть ли на вашем рейсе места для провозки животных. Обычно в салоне самолета позволяют проводить 2 или 3 животных. Новые друзья. Собачья пупка на море. Каждый занят своим делом. Бунечка вот решила нарыть золото. Для поиска и бронирования жилья мы часто используем Booking.com. Сейчас, когда у нас появилась собака, процесс немножко изменился. Во вкладке «Удобства» мы нажимаем галочку напротив «Поездка с питомцем» и видим варианты, которые допускают проживание собаки. Их намного меньше становится, примерно 70%, зато вы можете быть уверены, что ваша собака будет жить с вами. Самая грустная ситуация сложилась с документами, которые необходимы для провозки питомцев в самолете. Мы позвонили в ветконтроль Домодедово, мы позвонили в государственную ветклинику, мы погуглили, и везде была разная информация. В итоге мы решили, что лучше сделать чуть больше, чем требуется. Сходили в государственную ветклинику и получили свидетельство по форме номер 1, а также нам поставили отметку о том, что животное клинически здорово, ветпаспорт, и с этими документами мы пришли в ветконтроль аэропорта Домодедово. Там мы получили еще одну печать, ветпаспорт, о том, что животное на самом деле здорово. И уже с этой печатью мы пошли к стойкам регистрации, получили посадочные талоны на нас и еще одну маленькую печать. На этот раз о том, что животное может пройти в салон. И хочу заметить, что эту справку, отметку, выдает только государственный ветврач. В частной клинике эта справка недействительна и не принимается. Нашли друг друга, вот, 2 одиночества. Собака по кличке Каштан и Алик. Ну, Буня вроде не против. Существует несколько способов перевоза собаки в самолете. В грузовом отсеке мы этого касаться не будем, и в салоне. В салоне самолета у большинства авиакомпаний есть только одна опция перевозки еще, мягкой переноски, размер которой 55 на 40 на 23. У компании Seven недавно появилась еще одна опция. Можно купить собаке билет на отдельном кресле и использовать жесткую переноску. Ее размер 55 на 40 на 40. Если я не ошибаюсь,
вес животного вместе с переноской не должен превышать 23 килограмм. Мы решили лететь по-другому, повезли нашу собаку в мягкой переноске. Какие же требования к перевозке собаки в салоне? Бунечка, что там происходит? Что за шум? Что там? Ну, хочет помогай, поесть. Погрызи, погрызи. Да, помогай, помогай. Ну, вот. Давай, ищи. Ножки только берегите. Необходимо, чтобы собака была все время в переноске. Ее нельзя доставать ни при каких условиях. К счастью, это требование не всегда требуется до конца. Буня, иди ко мне, Бу! Второе условие, что при взлете, при посадке переноска должна находиться перед под передним креслом. И третье, о чем напоминают стюардессы, не кормить собаку и не поить во время перелета. Подошел к концу наш отпуск. Мы сегодня летаем. Бунечке жаль улетать. Мне тоже жаль. Но мы еще вернемся. В Сочи как в джунглях. Ох, как трудно будет в Москву-то возвращаться. Да, Бунечка? Буня, Бу, вкусная трава. Вот не стоит столько есть перед перелетом. Вот сейчас у нас гигиенический выгул. Буня, Бунь. И мы полетим? Да, Бунечка? Путешествие с собакой накладывает ряд ограничений. Например, вас не пустят во многие кафе, рестораны. Может оказаться много бездомных собак и куда-то вас просто не пустят. Те же, например, парки. Например, не пускают собаками в Тисо-Самшитовую рощу и в парк южных культур. Так что имейте в виду, будьте готовы. Хороших вам путешествий. Кто там будет? Собака, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Кто там такая? Косточку хочет отобрать у тебя? Уф. Ух, какая собака, какая седлая. Кстати, недавно вышел закон, запрещающий выгул собак на пляжах. А Сочи — это сплошной пляж. Больше гулять негде. Но мы нарушали с радостью этот закон.